Всем привет. Одно местечко тут такое обнаружил. Вот, обратите внимание. Дорога такая накатанная, да, но она накатанная, потому что сюда зеваки ездят. Вот, допустим, домик у дороги. Весь заброшенный, разваленный. Вот здесь вот тоже туалет, забор, постройка. Туда я вглубь не полезу, там дебри сплошные, пройти невозможно. Здесь вот тоже туда вглубь не полезу. Так вот, знаете, почему эти постройки заброшены? И жизнь отсюда ушла. Потому что вот впереди нас вокзал. Который больше не функционирует. Поезда здесь не останавливаются. Жизни здесь нету. И люди отсюда ушли. Потому что дело здесь ничего. Полунина. Вот так вот заходим, покупаем билеты и едем. Неизвестно, куда едем, зачем едем, для чего едем. Здравствуйте, билетики на Москву есть? Ага, почем? 23 копейки? Ага, спасибо. Вот так вот выглядит зал ожидания. Все разбито, развалено. Никому ничего больше в этом мире не нужно. Так и не скажешь с первого раза, что здесь вокзал. Да, поезда не скоро. Здесь, наверное, нормальные дискотеки проводят местные. Это, походу, служебное помещение. Носилки мощные стоят. Стол какой-то. Полы, конечно, уже все поспиливали. Ни одного билетика, наверное, не найдем старенького. Да, вот здесь вот изнутри продавали билетики. Че вам, билет на Москву? 26 копеек. Ага, только нету поездов. Нет никого. Старая такая отделка.
сапоги валяются. Комната отдыха, походу. О. Календарь-то за какой год висит? Да, печально такие места посещать. Вот тут у них даже походу своя котелинка была. Труба стоит. Колодец. А как туда пройти-то? Ну да. А тут была котельная, чтобы отапливать все это дело. Да, вот так-то.